Так, значит, Норман поехал за вакциной. Хей-йоу, дорогие друзья, добро пожаловать, и мы продолжаем играть в игру Spider-Man. Погнали! Да. Оскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Поясняю, лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Окей, дорогие друзья, значит, летим на меточку. Так сказать, вроде... Сейчас должно быть противоядие, так как, смотри, доктор Октавиус распылил неизвестный вирус. Он украл все-таки дыхание дьявола. И все-таки вот сейчас реальная эпидемия в городе. Поэтому нам нужно быстро двигать. Так, Джим Джонсон опять что-то пишет. Так, давай. Бежим. Ух, шикарно. Этими словами люди оскорбляли и принижали меня. Но теперь, после долгих лет предупреждений, это случилось. Человек-паук буквально обрушил чуму на наш город. Почему я виню его, а не Мартина Ли? Я виню Мартина Ли. Он заслуживает наказания, но он безумный террорист и поступает соответственно. А вот Человек-паук мнит себя героем. Хотя он, очевидно, знал об угрозе и не предупредил нас. Или он считал, что разобрался с ней, что делает его преступно халатным. Или он с этим связан, что делает и его террористом. В том-то и дело, блин, мы вообще ничего не знали. Так сказать, нам еще МДЖ помогала с расследованием. Вот, и мы по кусочкам собирали информацию и даже не думали, чё вообще, чё к чему. Внимание, полицейских обстреливают снайперы. Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Капец, далеко нам лететь, дорогие друзья. Плюс нас еще стреляют. Это какой, конечно, ужас. Вот, я думаю, ты видишь, как в нас целятся снайпера. Так, давай, короче, сейчас уже прилетим. Ох, капец. Блин, неужели с ним мне опять драться? Открывай. Так, все-таки они взяли этого Осборна в заложники. Так, ой, капец. Сначала демоны, потом пойду залив в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Выключаем. Демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Ah!
Демоны и соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжелая! Вот черт, дорогие друзья, соболь, блин, пришла, ну ё-моё. Испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Слушай, ты мне не нравишься, я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Капец, а эта соболь-то сильная, я тебе честно скажу. Так, ну... Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Идет. Ну это уж получше. Я сошел с ума. Не, ну они охренели, реально. Ой, блин, демоны подступают. Иди за Осборном. Так. Я с ними поговорю. Интересненько. Можно иметь друзей. Так, ну хорошо, давай-ка смотреть, что к чему. Хватит бегать. Это конец. Так. Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Фух. Наконец-то я нашел выход, дорогие друзья. Я просто вообще не понимал, куда нам идти. Оказывается, вот оно в чем дело. Так, значит, что это? Придется спускаться, я так понимаю, это все Мартин Ли сделал. Блин, а он сильный хрен. Стой, прям туда спускаться, да ну. Так, а скорб валяется. Понятненько. Стой, подожди. Че, реально нам туда? Ладно. Придется последовать за Ли, чтобы не было там внизу. Уходи, человек. Это касается только меня и Осмо. Вот черт. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Осборн. Родители погибли из-за меня, из-за того, что со мной сделал Осборн! Ваше прошлое — это не все, оно не должно управлять вами! Я хотел, чтобы они мной гордились, хотел почтить их наследие! Но для этого нужно призвать Осборна к ответу! Я вам не позволю, Мартин! Жутковато, дорогие друзья, если честно, очень жутковато. Так, что же у нас тут? Я так понимаю, мы в кошмаре этого Мартина Ли находимся. Мы же вроде его победили. Его злоба. В 13-й, что ли, серии. Они питают его силы. Но опять мы возвращаемся к иным истокам. Воу! Чуть раньше. Интересно, а что там может быть такого? Единственный образец. Так, это, я так понимаю, противо... Воу. Нет, Мартин. Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. О!
это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Так, ну он вроде задумывается. Но нихера не. Нихрена он не задумывается. Вот дерьмо. Неужели нам придется с ним драться? Я так этого не хочу. Да, нам придется, походу, с ним драться. А! Бежим! Бежим! Так, ну ладно, мы его уже знаем, кстати, дорогие друзья, как он дерется, поэтому, в принципе. Осборн должен попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь! Бля, на него паутина нихера не работает. Так, спокойно, думаем. Думаем, дорогие друзья. О! Так, спокойно, во! Чё-то он вышел из-под контроля. Так. Ах ты ж паскуда! Успел вперед раньше меня. Так, спокойно, спокойно, бежим. Так, бежим. Так, спокойно, выбираем, чё, вот это. Ах ты ж, тихо, тихо. Бля. У меня нихера нету ни паутины, ничего такого. Так, давай вот это. Кусманчик и вот так. Бля, капец, он мощный. О! О! Вот, короче, он когда замирает. Давай. Да. Вот это настоящее. Не, это не ты, Мартин. Ах ты ж. Ух! Тихо, спокойно. Спокойно, Человек-паук, давай что-нибудь раскирачим. Так, спокойно, нужно бежать. Тихо. Отлично. Ух, черт, а он мощный. Так, во. Нам нужно подкарауливать момент. Его преступления будут на твоей совести. Ох, нихера! Так, спокойно. Ах ты ж! Хуяшечки. Вот это мощно. Вот это херни я вообще не ожидал. Черт, демоны! Сука, демоны! Так. Полетели. Я знаю, вы можете победить демона! Победить демона? Демон, это я! Черт, нужно бежать. А. Это большой демон, очень большой. У вас с ним будет одна могила на двоих. Ах ты ж. Ребят, я уже с ним минут 15 дерусь с этим хером. Так, спокойно. Вот вроде что-то должно произойти, черт. А, он опять взбудоражился, черт. Это какой-то ужас. Смотри, как много врагов. Просто это... Давно у нас не было такого геморного босса. Так. Блин, это просто какой-то маразм вообще. Не могу его победить и все, ты понимаешь?
Ты понимаешь, вообще не могу никак его победить. Скоро все закончится. Так. Спокойно. Так. Сейчас он этих херов активизирует. Так, ага, хорошо. Короче, чем больше мы убиваем этих теней, тем они больше нападают, короче. Ну, типа, их больше становится, либо они раздваиваются, короче, хер его пойми, чё и как. Но, блин, я в этом чёрно-белом почти вообще ни хера не понимаю, где драться. Так, давай. Смотри. Вот так. Отлично. Все, он грузится. Ага, все, как бы у него есть передышка особая. Вот в эту передышку мы должны его херачить. Да, жизни у нас, конечно, не так много. Особо мы жизнями не блистаем. Так. Но все-таки я стараюсь как-то подзаряжать хпшку. Так. Это, конечно, ужас. Ты, сука, блин, Мартин Ли. Ах, какой-то... Так, вот сейчас он крутится, крутится, вертится. Так, все. Отдыхает. Так, мы берем... Сука, там еще эти демоны помогают мелкие. Так, все, бежим. Это мы посмотрим. Так, быстрее. Да идите в жопу! Во, я его взял! Почти уже за яйца. Так, давай. Хорошо. Живи, Человек-паук, живи! Я просто вообще понять не могу, как тут херачить-то. Так, давай. Опять скрижетет этот демон здесь. Так, во! Идите в задницу. Есть! Да неужели, боже! Как это было долго и сложно. Минут 20 я с ним боролся. Давай, сдыхай, тварюга. Фух, давай, Человек-паук, ты сделаешь свое дело. Избавление от негатива, приз получен. Ну, у меня достижение тут и выглядывает, но вы его, дорогие друзья, не видите. Осборн, так. Должен ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Так, у меня плохие предчувствия. Октавиус, ну конечно же, а кто ж еще? Прочь. Нет! Не-не-не, это сейчас колба... Так. Сука, Октавиус! Охереть, у него клешни. Жесть. Ота? Этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Все этого мужика таскают, блин, злодейка. Это какой-то ужас. То Мартин Ли его затаскал, то этот сейчас вот так тавился. Это какой-то ужас. Ой, Человек-паук-то ранен. Эй! Эй! Где Отто? Ушел.
Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тут главный? Я обычно. Так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно. Где Мари? Ее может не стать в любой момент. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Дай им, тигр. Оу. Паучок-то ползает. 42-й паучок какой-то. Ну, у него там циферки, вот видишь. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Нет. Так, походу мы узнали, как Майлз-то станет Человеком-пауком, возможно. Возможно. Так, ну все, дорогие друзья, суть вопроса пройдена, слава тебе, Господи, блин, как это было трудно, ох, вообще. Я создал нейронный... Ужас. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории. Ладно, ребят, на этом пока что все, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.